Приветствую вас. По моему мнению, вы достаточно хорошо, интуитивно, правильно подобрали стратегию своего поведения и без нас. Вы проявили выдержку, вы проявили упорство, вы проявили мужество. И не думаю, что вам стоит кардинально менять свою позицию. Хотя бы потому, что, ну, вы видите эффект, вы видите результат от своей деятельности. И этот результат, он будет, ну, на самом деле, он будет только увеличиваться, он будет только расти, он будет только расширяться, он будет только становиться более обширным. Потому что, если, как вы говорите, ваш начальник не дурак, и все прекрасно понимает сам, то я думаю, проблем особых не возникнет. На начальника постепенно начало доходить, как обстоят дела, и будет доходить дальше, дальше, дальше. Все более четко. Вам нужно понять, вот как мне видится, основная проблема заключается в том, что вы какие-то моменты для себя принимаете слишком близко к сердцу, как вы принимаете их лично. Да. Конечно, вы можете сказать о том, что как мне не принимать лично, если на меня есть прямая угроза. Я, пожалуй, здесь, в этом с вами соглашусь. Действительно, очень тяжело принимать угрозу, если она есть, не лично на свой счет. Но, во-первых, нужно сказать следующее. Видите ли, тот человек, который вам угрожает, который как-то вас пытается все время запугать и так далее, у него есть явный мотив для того, чтобы так поступать. Этот мотив не что иное, как катастрофическая, тотальная неуверенность в себе самом. Ощущение, что он теряет рычаги своей власти. Ощущение, что он теряет рычаги воздействия на тех, кто еще вчера был полностью подчинен ему. И понимаете, важно понимать, важно отдавать себе отчет, что человек, именно мужчина, именно вот ваш коллега, он ведет себя так, потому что чувствует слабость. Против вас у него нет абсолютно ничего. Как правильно вам заметила коллега, одна из моих коллег, если бы у него что-то было, он бы уже давно бы это использовал. Ему остается только вас провоцировать. И в этой ситуации единственное, что вам нужно сделать, реально, это, знаете, понять для себя, а почему же вот он так стремится вас задеть? Почему же он так стремится вас провоцировать? Зачем ему это? Для того, чтобы сделать что-то дурное вам? Нет. Вы его волнуете в последнюю очередь, вообще-то говоря. Вы его, вообще-то говоря, не волнуете совсем. Его волнует свое положение. Его волнует то, что он теряет.
и за вас. Его волнует то, что он делает шаг назад и за вас. Его волнует свое личное состояние. И это его проблема. Этот человек привык винить всех в том, что у него не получается, и привык подминать их под себя. Это трудности самого человека, не ваш. Этот момент тоже желательно бы вам для себя понять. То есть трудности и проблемы человека он задает себе сам. Как только вы поймете, что к вам эти трудности не имеют отношения личного, что ваш коллега просто пытается решать свои проблемы через вас, как только и если вы это для себя уясните, вам станет куда легче бороться с тем, что есть сейчас, с давлением, которое есть сейчас. Вам станет проще его переносить, потому что появится понимание причин такого поведения по отношению к вам. Ну, до тех пор, пока понимания причин нет, ну, естественно, откуда взяться и спокойствию тогда. Спокойствию взяться, к сожалению, неоткуда. И я думаю, что это то, что вам нужно сделать. Далее, вы боитесь физической расправы, как я понял. Соответственно, вы можете, если мужчина, ваш коллега, распространяет, например, какие-то сведения о вас негативные и так далее, вы можете воспользоваться средством технической связи, то есть, например, диктофоном, записать угрозы, клевету, а потом с этим обратиться в милицию и подать заявление на человека уже непосредственно, как бы не в контексте работы, а именно в контексте отношения к вам. И вот здесь вашему коллеге одеваться будет совершенно некуда. Это нужно тоже понимать. А вам самому очень желательно поработать над методиками самозащиты, чтобы вы могли в достаточной степени, то есть так, чтобы не превышать степень самообороны, чтобы вы смогли себя защитить. В случае, если на вас нападет мужчина, например, ваш коллега, например, на вас нападет. Вам необходимо учиться себя защищать. Вам желательно все-таки больше внимания уделять своему здоровью, своей физической подготовке и так далее. То есть план действий такой. Решите для себя, какую цель преследует ваш коллега, так себя ставя. Имеет ли эта цель личное отношение к вам? Нет. С вами это не связано. Если бы на вашем месте был любой другой человек, он бы точно так же подвергался бы прессингу и точно так же испытывал бы негатив. Это значит, что к вам лично отношения это не имеет,
А это значит, что коллега пытается просто-напросто решить свои проблемы через вас. Таким образом, нужно понимать, что действия человека направлены на достижение своих интересов через вас. Вы это всего лишь средство для него и не более того. Вам тяжело по причине восприятия поведения человека как негативного, именно негатива, направленного на себя. В действительности, человек, мужчина, там, коллега, он разговаривает сам с собой, не с вами, с собой. И это обуславливает его такое поведение. Значимость того, что у него есть. Далее. То есть вы разгружаете свое отношение к коллеге. Защищаете себя. То есть, ну, начинаете ходить в спортзал, секцию бокса, секцию борьбы, чтобы в случае чего, я уж не говорю о том, чтобы победить, чтобы в случае чего себя защитить, то есть просто не позволить себе навредить. Вот это главное. Если эти люди пьют постоянно, то, Господи, откуда у них силы-то возьмутся? У них очень нездоровый образ жизни, вы подкачаетесь немного, вы приобретете навыки, вы легко сможете их победить. Или, по крайней мере, не дать себя в обиду и не позволить себе навредить. Вот. И ограничьте себя рамками работы. То есть вы работаете, вы занимаетесь только работой. Диалог вы ведете только профессионально. И все. Больше вас ничего не интересует. Никакие разговоры параллельно вы не вступаете. Только по работе, только с теми, кто, ну, имеет к вам хорошее отношение. Далее. По поводу, как вы сказали, тех, кто к начальнику приближен. Если ваш начальник не дурак, то как же он сделал так, что люди, о которых вы говорите, стали к нему ну, стали под его защиту? Сейчас, когда у вас с начальником все более-менее неплохо, попробуйте с ним поговорить и объясните ему, что вот эти люди только и делают, что сплетничают, доносят и так далее. Вообще говоря, я рекомендовал бы вам меньше молчать. Вот ваше молчание, оно продиктовано чем? Нежеланием того, что мы вам что-то сделали, вам всегда будут что-то делать. Знаете, вы находитесь не на работе, а не в школе, и не в университете. И рабочие отношения подразумевают обращение к начальству в случае, если нарушается производственный процесс. Если вам коллега мешает работать, смело идите к начальнику, говорите ему, что вам не дают работать. Если начальник хороший руководитель, он делает все, чтобы вам работать не мешали. Если начальник плохой руководитель, он будет делать попущение. И уже его не ваша проблема, что из этого получается. Вы можете, например, так и сказать начальнику, что если вы не приструните или не примените необходимых мер для нейтрализации вот этого коллеги, я буду сам это делать. Вы этого хотите? Я буду сам делать все, чтобы мне никто не мешал работать, чтобы мне было комфортно работать. Кстати, начальник обязан создавать и эмоциональный комфорт тоже в коллективе. А ваш начальник этого не делает.
Вот так. То есть нужно более активно обращаться к начальникам. Тем более сейчас, когда вы на хорошем счету, когда вы, можно сказать, двигаете дисциплину вперед и, вообще говоря, повышаете стандарт труда. Человек, вы действительно хороший, парень, вы действительно отличный. Я желаю вам удачи, и если понадобится более конкретно, можно поговорить. На этом все. Вопросы можете задать в личку. Если ответ понравился, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам удачи, столько терпения. Всего доброго.